Транспорт. Нам нужен транспорт. Кровавый клык. Погнали. Масбраштар. Уинджа. Приветствую, дорогие друзья, Far Cry Primal на канале, и мы близимся, все по-прежнему мы близимся к финалу. Серия начинается со стандарта, затариваемся ингредиентами, которые у нас, кстати, полные. Ну что, ребят, у нас остается финальная схватка с Баттери. Где она там у нас? Вот. Сложность очень высокая, рвем пукан. Все остальные дополнительные задания, в том числе сюжеточки, я попроходил. Хижины я апгрейдил. Кстати, по-моему, и Рушань я апгрейдил хижину. Точно не помню, сейчас схожу, посмотрю. Но вроде бы в прошлой серии мы это все дело сделали. Буду ли я в этой серии бежать и сражаться уже с Баттери, я не знаю, поскольку здесь на карте есть некоторые места, куда я хотел бы заглянуть и, в принципе, еще немножко побегать, поисследовать территорию. Буду ли я зачищать какие-то здесь пещеры, форпосты, ну, форпостов уже, походу, нету больше. Вряд ли. А вот побегать, просто разведать местность вот сюда, допустим, сбегать тут на север, немножко осмотреться, я, наверное, этим как раз-то и займусь. Мы должны, так говорится, знать всю территорию Уруса. А не лишь центральных частей. Поэтому очертим, так сказать, границы владения. Так, ну да, у Рушани здесь я все апгрейдил тогда. Я грязь, рыбы, шкуру забрал. О, кстати, что случилось с пшеницей? Почему она синяя? Что ты сделал? Винджа, кто научит тебя приручать зверей? Я такого раньше не видеть. Ах, кто меня научил? Ты уже с ним общался, кстати. Это доблестный шаманчик наш. Так, куда мы побежим? Здесь везде скалы. Здесь тоже далеко мы не пройдем. И вот костер можно... Давайте, сбегаем. Там какой-то вопросительный знак горит. Кстати, подсказочка нам показала, что Изила довольно недавно попали в Урус. Походу, не самые последние здешние аборигены. Северный кедр. Распалили костер, Миша с нами. Да, здесь такая неприветливая местность. Абсолютно. Так, какая-то пещера костей. Не знаю, зачищать пещеру у дамовц. Что она нам даст? Это пещера. Рукодайши, наскальный рисунок. Да зачем он нужен, ребята, да? Это уже напоминает Радиант квесты в Скайриме, когда ты бегаешь просто и выполняешь задания по случайно сгенерированному сценарию. Типа, принеси 10 шкур того, убей 5 яков. Здесь так само. Собери руку дайши, от нее толку нету, блин. Просто какую-то там ачивочку тебе дадут. Блин, саблезуб. Кто там? Кто меня сзади атаковал? Вы уж смотрите, какой он мощный. Сколько ж стрел пришлось в него всадить. Так, а ну пошли сюда, Такар.
Каньон Яги. Еще одно местоположение. Кстати, красиво здесь. Хоть и суровая местность, но красиво. Ой-ой-ой. Да здесь я смотрю так... Че, гейзеры что ли? Здесь целая куча саблезубых тигров. Смотрите. Ух ты ж, ё-моё. Это чё такое они делают? Но походу не плоскими утехами занимаются. Это вообще супер агрессивный саблезуб, ребята. Смотрите, что он творит. Ему уже не просто пожрать надо, ему уже на кого-то напасть только надо. А ну, Миша, давай, займись ним. Кстати, должен, ребят, отметить, что... Прягся, сейчас, секунду. Соберусь с мыслями. То, что у нас животные, реально, смотрите, да, два раза меня атаковал саблезуб, и жизнь у меня практически не забралась, а потом быстро восстановилась. То есть, вот тот навык, который мы прокачали... Миша замочил его, круто. Навык, который мы прокачали... Вот, кстати, у этого уда, по-моему, да? Который нам плотную кожу делает, и атаки животных уменьшает, урон получаемый. Он реально работает. Очень классная вещь. И реально спасает. Сейчас особых проблем даже с теми же саблезубами можно не испытывать. Но если не испытываешь проблем с саблезубами, то остальные тебе особых проблем тоже не составят. Да, местность тут, конечно, вообще огонь. Хорошо, что мы сюда заглянули. Жесткач. Реально выживаловка. Место для ловушек. Походу, здесь где-то охоту на мамонтов проводят. Тут кто там? Не хочет лев атаковать. Не рискует пока. Здесь все пепельное, затянутое, как в Моровинде прям. О, мясо. Это еще и такой шмат большой. Интересно, туда вообще можно подняться наверх? Походу, да. Далеко-далеко на север мы уже забрели. А вот и мамонты. Что там такое опять? Волки. Миша, давай ко мне. Я тебя подкормлю. Здесь залезть можно. Есть где осмотреться. Скалы, везде скалы. Так, а как же к костру подойти? Скалы, скалы, скалы. Через пещеру, может быть, где-то. Голодная лощина. Вот здесь и пещера, походу, да?
Нет, это удамовские постройки. Ну тут везде скалы. Найти и спасти. Ну ладно, давай уж, коль рядом. Заскучим. Винджа! Винджа, где вы? Куда лезть? Так. Туда наверх никак залезть. Ага. Здесь можно зайти, да? Угу. И там можно залезть, да? Так а где ж они там спрятались? Заблудшие души. Он наскальный рисунок рука дальше. Это в пещере. Наверх. Отсюда я никак не пролезу. Что с ним там такое? Волки? Кто тебя обидел? Миша. Кто посмел? Охо! Такар, это был фейл. Такой фейл. Так. Туда зайти, не? Может здесь где-то? Ух! Блин. Это я уже явно не туда пошел. Не будем, короче, искать тех винджа, ну их нафиг, мы сейчас кучу времени только потратим. Непонятно на что. Так, это что за костер здесь? Что ж ты так кричишь? Все, че кто-то? Thank you.
и дух спустил. Миша, иди сюда. Что такое? Нормально. Тут наши бродят. Так, а ты что нам расскажешь? Не хочет говорить, пока я на медведе. Зима близко, нужна еда. Ты сильный охотник. Ты помогать Винджа убить носорога. Убить носорога, то я лучше у вас еще мясо доберу. Миша, пошли. Не пойму, то ли они здесь где-то. А, ползем, вижу. Чё ж ты не зацепился, Такар? Вылезли, фу. Какая тут красотища-то, а? Друзья мои, вы посмотрите, какая тут красотища, вау. Круто. Костер близко. Пополним запасы. Так, готово. Ну давай разжечь костер. Что-то не так опять с Винджа. Ой-ой-ой-ой-ой. Не рассчитал этот раз силы. Такар. В
Все, задание уже не подсвечивается. Ну, я же говорю, это случайно генерируемые все. Для придания иллюзорного вида живости, скажем так. Так, он еще есть аванпост. Пошли туда заскочим. Посмотрим, что там. Не, ну очень красивые виды. Хотя бы, ребят, посмотреть на эти виды, сюда забежать стоило. Круто. Каньоны такие, скалы, пещеры, бомба. Аванпост Рога Насана. Ну и там пещера, грубо говоря. Ну, спускайся. Не? Не хочет спускаться. Блин. Может, отсюда зацеплюсь? Ну, выжил, по крайней мере. Ой, блин, выжил на свою голову. Жесть. Жесть, друзья мои. Подожди, у меня ж есть противоядие, где оно? Вот. Все. Полное исцеление. Улучшенное базовое. Еда ускоритель. Еда маскировка запаха. Еда повелитель огня. Еда панацея. Мы можем еще разной едой питаться, ребята. То, что мы вообще никогда не пользовались. Серьезный такой аванпост. И мы его защищаем даже без помощи медведя. Все, готово.
7 из 15 захвачено, ага. Можно побегать эти аванпосты позахватывать. В принципе. Точка перем... О, 5 жителей Винджа. Ребят, наверное, мы все-таки этим займемся. Миша наш погиб. Наверное, все-таки этим мы и займемся. С аванпостами разберемся. Так, морозные пещеры нам не нужны. Задание в пещере. Среди Винджа ходят легенды о затерянной пещере. Говорят, что Винджа жили там когда-то еще до того, как вода поднялась и затопила их лагерь. О, это что-то интересное, ребят, какое-то задание. Можно его выполнить. Тут морозные просто, там наскальные рисунки, все. Здесь какое-то задание. Хм. Затерянная пещера, да? Это интересно, интересно. Давайте мотнемся, посмотрим. Невозможно? Как это? Да, 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 можете не аплодировать, я такой. Так, теперь я могу переместиться. Так, а это что за пещера? Много мы мяса потратили, давайте пополним запасы. Так, где здесь выход? Транспорт. Нам нужен транспорт. Кровавый клык. Погнали. Много мамонтов, да? Враги готовы. Что опять не так? Матрёна, матрёна, блин, там еще один саблезуб. Не думаю, что он нас будет преследовать. Те, кто его знает. Так, как же ж нам его обойти? Не в ту сторону пошли, да? Надо развернуться. По идее... Не рычи так. Здесь. Ой. Опа. Очень высоко. Начальника. Как же туда залезть?
тут не залезем. Да как? Может, где-то какой-то тоже проход есть. Наглость вообще. Сижу я такой красавелла на саблезубе. Весь из себя, и он бежит еще меня атаковать. Так, все, здесь мы встаем. Идется дальше пешочком. Давай, давай, Такар. Шнеля. Уже я на верном пути. Посмотрим, что там за пещера Винджа была, которая затопленная потом оказалась. Она что там, на вершине Уруса, что ли? Поднимайся, клычара. Так, это что они... Вот эта пещера такая. Пригнувшись, надо идти. Ничего себе, с подгрузочками, ребята. Пещера утонувших. О. Что-то серьезное какое-то. Ваш зверь не может за вами следовать. Выберитесь из пещеры. Да я только зашел в нее. А, ну тут... Пещера... Как просто проход. Какую интересную местность, да? О, Такар. Всплывай. Куда ж нам теперь. Так, куда мы? Что вы здесь делаете? Или святое место пусто не бывает, да? Так, пожитки ваши тоже я заберу. Так.
Верно, двигаем. Я могу немножко раскачаться, да. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Такар, прыгай! Ах, нет, не долетел. Это плохо. Сколько туда надо допрыгивать таким макаром? Блин. Ой, блин. Хреново дело тут. Полно этой рыбы мерзкой. Все. Не, ну... Может, с этой стороны? Нет. Все-таки отсюда удобнее, по идее. Ага, там можно опуститься. Да. Здесь, наверное, надо разбегаться и туда прыгать. Ну да, конечно. Разобрались. Здесь с этой ничего не видно. Не прячешься, да? Так, окей. Теперь как? Куда?
Не вижу пока что выхода, ну и где, куда. Стоп, ты не застревай, Такар. Ага. Все, включился маячок. Можно двигаться далее. Нет, не проплывем. Так, стоп. А как дальше? Ага. Ясно. Опять не долетел. Да твою дивизию. Да капец, Такар, что ты такой кривоногий, криворукий? Уже ж там вроде все нормально. Ну, блин. Ребят, я ж сам на кресле уже подпрыгиваю, чтоб этот... чтобы он нормально перелетел. Я походу спешу, наверное. Ну, как всегда. Начинаешь ускоряться, начинается какая-то херь. Так, оп. Так, назад. Давай. Не, ну это подстава. Все. Вот тут Виталия Александровича начала бомбить. Какого хрена? Far Cry. Что за херь? Ну, фух. Обалдеть можно. Мы можем сохраниться, нет? Сохранить и выйти. Нет. Сейчас типа идет задание, сохраниться нельзя. Хрень. Так, ну тут хоть более посветлее уже, хоть видно. В общем, эту пещеру благополучно оккупировали у дамцы. Так, их тут много, судя по всему. Сову тоже не можем призвать.
Блин. Крокодила только не хватало. Не усек я его тоже. Так. Куда теперь? Я же фиг знаю, куда забурился. Сова не призывается. Так, мы поднялись. Ну не зря ж поднялись сюда, правильно? Зацепиться где-то. Не горит. Может быть, в пещере плыть надо? Крокодил. Ну, ребят, сейчас будет батл. Я так чувствую. Угу. Что здесь нет? Здесь ничего. Так, появилась метка теперь. Неужели? Какая красота. И что здесь? Это выход.
Это пещера утонувших завершена. Это что, это такое задание было? Ой. Я думал, здесь какая-то интересная сюжетная развязочка будет. А здесь типичная, ну... Типичная зачистка обычной пещеры. Как и сотни других, раскиданных по Урусу. 7 очков навыков доступны. Что бы нам такое вкачать интересное? Огненные бомбы. Повелитель огня. Так что сначала надо изучить. Так, вам больше не нужен жир животных, чтобы поджечь оружие. Если вы поджигаете оружие, все последующие оружия будут поджигаться автоматически. Неплохо. Получите меньше урон от падения. О, это нам надо было. Отметка зверя. Отмечать животных можно. И знаток зверей увеличит урон, наносимый вашим оружием животным. Тоже хорошая вещь. Быстрое убийство. Убейте несколько врагов подряд. Быстрое убийство. И затем переключайтесь. Так. Двойные приманки. Кулинар. Двойные ловушки, двойные бомбы с пчелами. Так, сова восстановления, сова дальность отметки. Редкие ресурсы. Редкие растения. Убей и обшарь. Тихий бег. Так-то я бы это, наверное, вкачал бы, ребята, знатока зверей. Да. Как-то так. Помощь Винджа. Несколько удам держат Винджа в плену в замерзшей пещере. Освободите пленников. Собирать или уходить на холодную землю, не вернуться. Ты найти их. Защищать от удам. Защищать от удам. Будем защищать тогда. Коль такое дело. Найди на кострище, где? А, костер, место для отдыха. Винджа! А ну отпусти моих Винджа. Лопаты. Так одного какого-то грохнули, блин. Двоих грохнули. Обидно. Аванпост пещеры Плату. Какой-то еще здесь доступен. Давай туда сейчас отправимся. 164 жителя деревни. Это не так уж и мало. На самом-то деле. Так, вопросительный знак тут рядом. Убежище какое-то. Что такое? Что такое? Что за крики? Блин. Ушел.
Ну хватай его, ну что ты рычишь? Мне самому придется с ним разбираться. Заглючил, походу. С ним не то реально. А стрелы тебя берут, не? Все. Стрелы берут. Так, ребят, ну зачистим еще один аванпост и всю серию буду заканчивать. В планах зачистить, наверное, все аванпосты, заодно еще проследуем территорию и потом уже битва с баттери. Внизу, похоже, да. Куда пошли? Так, где противоядие мое? Где ты, падла? Сюда. Иди сюда, покормлю тебя, блин. Лазит.
Что мы еще не выполнили? Кого мы еще не убили? Это Винджа, что ли? Уходи, уходи. Джуди, да я выйду через Джуди, говорю, клыкастый. Новый житель деревни. Но пещера-то еще не зачищена. Вот почему. Все. Еще один аванпост захвачен. Отлично, друзья. Ладненько, на этом серию я заканчиваю. Спасибо за внимание. Возможно, она была скучноватой, но мне просто интересно уже будет пещеры и аванпосты позачищать. Ну, не пещеры, а аванпосты, по крайней мере, вот эти позачищать. Их не так много, не 100 рук дальше собрать, а всего лишь 15. Плюс ко всему, эти потасовочки довольно прикольные, поскольку можно... Да, правильно. Иди. Иди, клыкастый, погуляй, пока отдохни. Поскольку можно довольно неплохо повоевать и с удамовцами, и с изиловцами, и, как говорится, разогреть руки перед финалом. В общем, всем спасибо, всем пока.